Газета «Ивангород», проводим опрос среди населения по переписи. Вы участвовали в переписи? Нет еще. А будете? Обязательно. Зачем? Как зачем? А если это программа государственная? Как считаете, важно переписаться? Конечно. Зачем? Чтобы была известна численность, чтобы для нашего города вообще очень важно, деревней мы будем или городом. Зачем это нужно? Ну, учет населения вести. Удобнее на госуслугах, конечно. Тогда спасибо нам большое. Очень важно. Тогда это нам очень важно. Ну, я смотрю, с колясками много, и вообще молодежи столько, мне кажется, рождаемость у нас хорошая. Даже не могу сказать. Кто живет постоянно в городе, может быть, и важно хотя бы знать, что сколько прописано, да, ну, живут в этом городе. Но у нас же много иммигрантов. Все равно, по факту, больше живут. Ну, нелегально, грубо говоря. Так если захотят статус поселить, то поселят, и никого не спросят. И не важно, сколько человек находится в Ивангороде. Вот. И смертность, и рождаемость. Здесь может быть где-то ошибка. Что-то нужно знать поточнее. Так, ты утверждаешь, что 146 миллионов у нас, или как, население в России. Ну, будем знать теперь точно, сколько на самом деле. Кажется, здесь ничего не изменится. Это что так, что так. То, что сверху решат, мне кажется, так и будет. Узнать точное количество народа? И? Да, ну, все, больше не знаю. Ну, для того, чтобы, знаете, построить новые магазины, детские сады, еще чего-то, не нужно мой паспорт, не нужно мои данные. Понимаете, уже давно все решено. Чтобы знать, сколько людей. А зачем? Да, да. Для статистики, для всего, для государства и так далее. Сказать, для экономики, можно в нашем всего городе, остального. Чтобы было больше людей или меньше? Больше. Почему? Чем больше, тем лучше. Да, тогда будет больше возможностей, будут больше строить предприятий и всего остального для людей, для конечно. Молодежи.